Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Black Canadian Wolf. Хочу вас поздравить с одним из самых главных праздников у православных. Это с Рождеством Христовым. У нас он отмечается 7 января, с 6 на 7. Мы, на самом деле, наша семья никогда не праздновала Новый год. В Новый год мы вот так подойдем к окну, посмотрим салюты и ложились спать. У нас никогда его не праздновали именно вот в нашей семье. Вот бабушки, девушки, естественно, там тети, дяди там праздновали, но мы никогда его не праздновали. И с тех пор, как бы, Новый год для меня, ну, не прям такой праздник главный, как вот все его празднуют, все его там восхваляют, Новый год, все его ждут. У меня немного такого нету, у нас всегда все подарки, все самое интересное, самое сокровенное, это было на Рождество Христово. Вот, стараюсь тоже так своим детям прививать это, но в Новый год, я считаю, ничего страшного, если собраться, да, там, также увидеть своих близких, их порадовать лишний раз подарочками, здесь ничего, в принципе, страшного нет, поэтому... За такой Новый год, да, но когда там обжираются, там еле ползут, происходит убийство, происходит насилие, изнасилование, и что только не происходит в Новый год, если по статистике посмотреть, и все это из алкоголя. Поэтому такой Новый год, конечно, нам не нужен. А в Рождество Христово, естественно, никто себя так не ведет. И это такой сокровенный праздник, что я каждому желаю сходить в церковь, помолиться о мире во всем мире, потому что у нас непростое время настало. Все старайтесь держать себя в руках, не поддаваться панике, не унывать, стараться во всем видеть прекрасное. Желаю всем тем, кто находится в боевых зонах, в боевых действиях, остаться живыми и невредимыми и вернуться домой в целости и сохранности, и поскорее, конечно, чтобы все это закончилось, было мирное небо над головой. В общем, дорогие друзья, с Рождеством Христовым вас! Ходите, посмотрите вертеп, покажите своим детям, расскажите историю об этом, с чего вообще начинается Рождество Христово и что это вообще за праздник. Я думаю, у нас просто в последнее время тенденция не праздновать Рождество или говорить просто «с Рождеством тебя», а самое важное, мы имя забываем, «с Рождеством Христовым», дорогие братья и сестры. Все, всем мира, добра и удачи. Пока-пока.